мужчина решил съехать с левого ряда, вот результат. Константин, он на «Ладе» 15-й модели меньше года назад получил водительское удостоверение. Правила дорожного движения отскакивают от зубов. Ехал по круговому движению по средней полосе и тут почувствовал, как в левый бок влетает «Рено Логан». Мне нужно было повернуть налево, он решил из левого ряда ехать прямо как по кольцу. Я в свое время, когда сдавал на права, съехал с кольца во второй ряд, и мне гаишник, инспектор сказал: «Вы не сдали, съезд с кольца разрешен только с правого ряда». И после этого как бы я запомнил это правило, и все. Съезжаю только с правого ряда. Виновник аварии на черном «Рено Логан», водитель старой закалки, долго спорил и не признавал своей вины. Якобы он всегда в этом месте так ездит. И таких водителей в городе более чем предостаточно, которые до сих пор не знают, что с кольца необходимо съезжать только с правого ряда. Согласно правилам дорожного движения, при повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе правому краю проезжей части. В ГИБДД просят водителей соблюдать правила дорожного движения. Напоминаю, на кольцо вы можете въехать с любой полосы, а вот съезд только с крайней правой. Водитель имеет полное право двигаться по кругу, находясь в любой полосе, даже в крайней правой. И если в это время нарушитель решит съехать с кругового движения, например, со среднего ряда, и врежется в того, кто будет ехать по кругу по крайнему правому положению, то виновником ДТП признают того, кто выезжал с кольца не с крайнего правого положения. Андрей Фадеев, Сергей Калиник, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья.